Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень сильной омолаживающей маски, которая блокирует морщины по принципу ботокса. А вы за то, что я делюсь с вами своими проверенными рецептами, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео со своими друзьями. А еще вы можете поддержать меня, если станете спонсором моего канала. И чтобы сделать эту омолаживающую маску, необходимо взять 1 чайную ложку геля алоэ, 1 чайную ложку касторового масла, 1 чайную ложку пшеничной муки и 1 мл кофеина. Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Вот такая вот густая маска должна у вас получиться. И потом нанесите ее плотным слоем на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Затем через 20 минут смойте маску прохладной водой и нанесите на кожу свой базовый увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо один раз в неделю. А перед первым применением новой для вас маски, пожалуйста, не забудьте и не поленитесь сделать тест на аллергию на сгибе локтя. И этим правилом я вам не советую пренебрегать.